Парни сейчас вернулись с охоты. Подстрелили реальных крокодилов. Пока это рекорд поездки. Сейчас вам покажу. Мы сегодня не охотились. Весь день дождь идет. Что-то даже не хочется лезть в костюм. Ну что, давайте, хвастайтесь. А что хвастаться? Пискарей настреляли опять. Это рекорд, это трофей. Вообще не только в этом году, но вообще. Как так? Как так, блин? Там лекарство лежит, лечится. Опа-на. Вот они, монстры. Разверни боком. Маленькие. Вот это вообще крокодил. 12 килограмм. Пока мой рекорд. До этого был 11800. Он прям, смотри, она прям широкая какая. В этом месте. Обалдеть. Леш, подними вверх. Вот это 8. Еще выше. Рассказывай, как взял. Занырнул на 11 метров, вижу, лежит бревно. Начало двигаться. На 11 думаю, метров? Надо стрелять, ну, да. 11 метров. 5 махов, ласты. Фу. А там что, лианы на 11 метрах растут? Да. Там бревна. Отголоски лиан. Да. Там затопленные деревья. Которые шевелятся. Я чуть не видел растительности на такой глубине там вообще. Есть, есть, есть. На 11 метрах. А какая разница? 11 метров это не шутки. Это не игра. Ну что, поздравляем. Ну а вот это по 4 килограммчика рыбки. Я думаю, вот это питается такими. Не, навряд ли она питается такими. Иногда. Блин, нихрена, да? Там, наверное, внутри у нее тут другая рыба. 8 килограмм, да? 8 килограмм маленькая, большая 12. В животе у 12. То есть ты, получается, на свале ее, да? Брал? На свале, да. На свале. Короче, банка есть на озере, на этом озере. Посередине озера. Да. Отмель. Отмель что-то, метров 5? Самая маленькая, метра 3, наверное. Да, метра да? 3. И на пошло. Пятачок. Там камни. Пупок. А потом травка, травка, потом лианы, а потом. А потом, а потом крокодилы. Да. Потом бревна лежат. Вот крокодилы, увы. Снова действие. Снова на наших руках. Thank you.
погодой в эту поездку нам не очень повезло. Практически каждый день был дождь, и изредка выглядывало солнышко. Из-за такой погоды рыба после копчения была достаточно сырой, поэтому мы решили ее подвялить. Для этого было принято решение построить сушилку-коптилку. Если выглянет солнце, мы будем рыбу сушить. Если же погода будет сырой, то мы будем ее коптить в этой же сушилке. Можешь прибить, пацаны? Нормально. Что-то его же двойную тягу сделали. Чтоб как-то не получилось. Да, вот. Распорку сделать. Сейчас, сейчас. Вот на нее это давление будет хорошее. Да, сейчас я туда поставлю дополнительно. И там также надо. Да. Давай. Потолще. Вову самая интеллектуальная работа сейчас. Да можно просто обвязать уже и все, блин. Молоток кто возьмет? Молодец. Все. Ты что, отвертку уже на базу сдал, да? Не считается. Не, ну практически. Я просто с другой стороны, кто-нибудь ладошками. Ну давай ты тогда сам вешай, я пойду. Да я два недели буду это делать. Вань, помоги подержать легкий с этого. А зачем вы их закоптили? Возьми ножик. Так, закоптили. Там. Сейчас. Возьми ножик, ну, чтобы дым шел, мух отгонял. Ножик взять. Ножик возьми, вон. Тут что-то переиграли. Нет, 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 это вы не поняли с самого начала. Хотели именно так сделать. То есть здесь будет и сушиться, и вялиться, да. Типа, да? Ну, если вот она сейчас подвялится, мы потом перестали топить, и она уже под пленкой сушится. А получается, там у нас горячего копчения. А нам надо холодное копчение. Нам всем нужно холодное копчение. Так это, а здесь еще надо будет, получается, это... Предлагаю дверь сделать вот тут, вот его залазить. Давай. Не вопрос. Не, вот это будет офигенно. Огонь будет! Офигенский. Главное, чтобы сухая погода стояла. Сейчас, все. Сейчас на рыбу будет коптить. Так, машина, давайте пока дверь откроем, а тут я уже сам закоптился. Какую дверь? Так ты, а ты что там встал? А чё, работаю я? Дверь. Дверь подпираю. Крышу раздвижную снял. Дверь на пуговицы делать? Лучше на молнии. На изоленту. Так, вот так, прихваточки такие. Чтобы не сильно наглухо. Это мы загадываем желание, чтобы приехать сюда на следующий год. Так понравилось? Так понравилось. Короче, Тыва с любовью. Сейчас у нас наберется. Что, уже идет, что ли? Нет, еще. Лови, лови, лови. Аккуратненько лови. Пусть наполняется. Воздух холодный, капец. Он зимой взлетает? Да. Конечно, тут влажность серьезная. Ха-ха!
Пни его, нахуй. Полетели, блядь. Давай, Валера, пошел. Сейчас сосна загорит. Ура! Сегодня я решил поснимать ночное озеро. Погода в эту ночь была без дождя и было холодно. Мне никак не хотелось одевать холодный мокрый гидрокостюм, но красивые кадры этого стоят. Эти темные пятна, которые вы видели в воде, являются водорослями. Такие места – достаточно редкое явление на этом озере, но именно они, как оазис в пустыне, представляют для нас самый главный интерес. Именно здесь и обитает в большом количестве рыба, в том числе и щука, за которой мы сюда приехали. Такие места рыбаки называют банкой. Основной задачей для нас был поиск этих банок, что нам, в принципе, и удалось. В первые дни нашей охоты я не мог запустить коптер из-за дождливой погоды, чтобы с высоты найти эти места. Поэтому искали визуально, и на поиск этих мест ушло много времени. Thank you.
охотились недолго, но продуктивно, сами видели. Нанырялся до такой степени, что пеленам глаза открыл. Думал, маска западела, а все-таки глаза западили. Алексей у нас опытный охотник с Назарова, достаточно известный, много охотников через него прошло, принимает участие в соревнованиях постоянно на озере Парном. Вот. И вот в этом году он вместе с нами оказался в нашей компании в экспедиции по поимке щуки. Вот, Алексей сейчас расскажет свои впечатления, которые у него остались. У нас сегодня последний день, поэтому я решил взять у ребят интервью, общие впечатления, что их удивило, что их поразило. Тебе слово. Ну, наконец-то появился у меня такой счастливый случай оказаться на этих прекрасных озерах в Тве. Пытался я сюда попасть уже 3 года, все никак не получалось, то компании не было, то еще какая-то ситуация. Ну тут все звезды встали, и вот я здесь. Вот. Ну, конечно, даже не ожидал такого, то, что там видел по видеороликам. Вот. Здесь совершенно все другое. Единственное, подкачало у нас погодой, но каждая погода благодать. Вот у нас вот такая пасмурная, прохладненькая погодка. Хотя ожидали, что будет солнце, но это нам не помеха. Все равно мы как бы добились своих целей, приехали сюда. Конечно, убила маленькая дорога, но... Вот дорогу никак не ожидал, что она такая будет. Да, дорогу, конечно, я не ожидал, что она такая будет трудная, так сказать. Вот. Но все то, что происходит в этих водоемах, это все сглаживает, все трудности с дорогой и все остальное. Вот. Водоемы, конечно, здесь в основном с очень прозрачной водой. Ну, даже если в некоторых получалось и прозрачность не очень, то все равно это как бы рабочий прозрак, так сказать. Вот. И очень много щуки, вот, на которую, в принципе, мы здесь и приехали охотиться. Ну, как бы первое время, конечно, там в азарте, как бы, как говорится, пострелял рыбки, да, а сейчас просто плаваю и стреляю только там, допустим, 2-3 раза в день поплаваешь, а стреляешь только 1-2 щуки, и то стараешься подстрелить только самую трофейную. Вот, из трофеев у меня это примерно где-то во второй день моей охоты была щука на 10 килограмм. Вот. Хотя мечта была у меня убить на 15 килограмм, но таких не встретилось. И вот вчерашней охоте у меня была щука на 12 килограмм. Рекорд у меня был пока 10-800, теперь я побил свой рекорд. Ну и как бы... А 10-800 где сидят? 10-800 на Чулыме подстрелил. Здесь посчастливилось мне на 12 килограмм, конечно, серьезный крокодил. Охота была на 15, но это пока останется моей мечтой. Я думаю, за пятнашкой я еще вернусь на эти озера и добуду такой трофей. Ну, сейчас наши, как говорится, отпуск подходит к концу. И будем собирать, благо сегодня перестал дождь идти. Соберем, еще один раз занырнем, может быть, и посчастливится трофей какой-то подстрелить. Если трофея не будет, то и не будет никакой рыбы мною подстрелено. Ну, а так, конечно, я очень рад, что попал в этот район, как говорится, нашей страны. Ну и очень мне понравилось, дай бог, еще вернуться сюда поплавать. В этих прекрасных озерах будем стремиться к этому. Эшки балык. Адыгол. Адыг. К
Как отдых прошел ваш? Замечательная погода, замечательная природа, хорошая компания, как всегда, отличное настроение. Каких ружей тебе понравилось стрелять? С арбалета понравилось стрелять, да. Тема. Очень быстро, очень четко, но заряжать тяжело. Глаза закрываешь, и щуки стоят перед тобой целую ночь, целый день, круглосуточно. Уже насмотрелся на них. Прямо впечатлило. Это у нас Толя из Ачинска. Опытный подводный охотник. Сколько лет? 10 лет. В Туве оказался с нами первый раз. Вообще первый раз, даже не только с нами. Что для тебя здесь оказалось необычным? Что ты ожидал? Что в итоге получил? Какие у тебя остались впечатления после увиденного? Ну, необычным здесь оказалось, что все-таки остались у нас еще уголки нетронутой природы, куда не ступала, так скажем, нога цивилизации. И действительно, люди живут еще по тем первобытным, ну, или не первобытным, да, а по тем устоям, временам. Ну, а, конечно, самое это количество рыбы, количество животных, количество леса. В общем, природа просто шикарная. Такого, наверное, нас уже не встретишь, даже если сильно захотеть. Ты когда сюда собирался, у тебя было какое-то представление. Ты видел фильмы, у тебя было какое-то представление. Когда ты сюда приехал, что-то оказалось другим или нет? Ну, оказалось все чуть лучше, чем я представлял, скажем так. Оно не то, что другое, но чуть лучше. То есть лучше прозрачность, больше рыбы, больше природы. Как тебе дорога? Дорога оказалась это самым приятным впечатлением. Такого тоже у нас не встретишь. У нас нет дорог, у нас есть направление, как говорится, да. Дороги это, конечно. Ну а ты как опытный охотник, как считаешь, сложно вообще для новичка, который вот только, скажем, купил снарягу, залез в водоем, сложно ли ему будет взять чуку или нет здесь? Сложно? Любой новичок, он всегда ищет, ну, даже растительность вдоль берега, да, это камыш, мелководье. Все-таки самый интересный экземпляр и хорошая щука, она стоит на более глубоких местах, скажем, ну, хотя бы метров на 5-6. Для новичка, ну, если он имеет хороший запас воздуха, да, может погружаться. Хорошую подготовленность. Да, тогда, в принципе, наверное, если ему показать, куда нырять, он сможет. А вот так просто одному самому найти, ну, не так это просто. Как ты представлял себе заготовку рыбы, когда сюда ехал? Не, ну, я как бы имею небольшой опыт заготовки рыбы, но просто никогда не занимался холодным копчением. То есть рыбу, самая основная задача, конечно, здесь ее сохранить. Потому что рыбы много, и дорога длинная. Чтобы довести ее до дома, надо ее как минимум либо засолить хорошо, либо закоптить хорошо, чтобы она осталась целая и невредимая. То есть я имею опыт именно засолки рыбы, копчения холодного я не имею, ну горячего имею, но горячего мы не довезем здесь, только холодного. Вот первый раз изобретали своими руками коптилку для холодного копчения. Ну вот столкнулись мы с такой проблемкой, да, что очень у нас влажная погода, сырость. Поэтому подвялить рыбу у нас тяжело получается. Изобретаем вот одновременно и коптим, и проветриваем, чтобы и мухи не было, и подвялилась рыба, чтобы сохранила. С мухой, кстати, нам очень повезло, ее практически и нет. Ну да. В такую погоду. В такой погоде. Ну, плюс закрытая коптилка у нас полностью. Ты бы сюда еще хотел вернуться? Обязательно. Андрей у нас первый раз в Туве, имеет большой опыт подводной охоты. Сколько лет? Я ныряю с 86 года. 16 лет. Опыт получается. Опыт очень большой. Да. В Туве первый раз. Впечатление прям непередаваемое. Нигде такой подводной охоты, конечно, не встретишь в наших краях. Поэтому. А почему? Ну, потому что, во-первых, водоемов не так много, где есть прозрак. Единственное, которое популярностью пользуется у наших подводных охотников, это озеро Большое, Парное. Ну,
там все равно нету таких больших экземпляров, как здесь, по трофеям. Самая большая щука на большом, там, на 5 килограмм встречалась. Здесь достаточно уже редкое явление. Очень редкое явление. Здесь уже рекорды побили все. Все, вот кто здесь приехал, все побили рекорды. Мой рекорд здесь 10 килограмм. Местами просто вот понырять в таком прозраке — сказка. Просто даже не убивая, да, не стреляя просто щука. Когда ныряешь в этот космос, забываешь про все. То есть есть там рыба, нету, ну просто-напросто непередаваемое ощущение. В плане того, что ты просто как рыба в этой толще прозрачной воды, в таких красотах. Не знаю, но где можно так понырять еще, только может быть где-нибудь на морях. Когда ты сюда ехал, у тебя вот твои ожидания оправдались? Может, превзошли мои ожидания. Превзошли. Я думал все-таки, что мне не удастся там с первого раза найти такие здоровые экземпляры. Экземпляры, да, трофеи. Думал, буду искать чего-то там. Ну, надеялся на удачу, конечно. Ну, в первый же день сразу же, конечно, оторвался, так можно сказать. Душу отвел. Потому что, говорю, на парном, вот мои поездки вот эти были, да, на большом, они были как неудачно. Ни одной удачной поездки в этом году не было, по сути. Щука мелкая, ее мало. Здесь ее просто огромное количество. И экземпляры просто, не знаю, где таких еще можно встретить. Только вот в таких нетронутых местах. Яркие впечатления. Это главный прозрак. Природа. Ну и рыба. Конечно, крупная рыба. По поводу охоты. Все замечательно, все совпало. Конечно, подвела погода. Главное, это погода дождливая. Сутки дождь шел. Вот так все нормально. В первые дни, конечно, на эмоциях. Увидеть такое количество рыбы. Шмалял все, что можно. Ну, конечно, в мере разумного, не мелкого. В последние дни не стреляли даже 5 килограмм. Просто плавали, наблюдали, любовались красотами подводными, и все. Ни одной рыбки еще не взял. Что еще хочу сказать? Спасибо нашим женам, которые пускают нас отдыхать. Такие замечательные охоты, сплавы. Сплавы, какие сплавы? Ну, охоту, сплавляемся, там, плаваем, отдыхаем. Привет жене, да? Да, привет жене, которая лишилась тут отпуска, сидит сама дома, а мы тут на природе занимаемся охотой. Ты бы еще хотел здесь оказаться? Конечно, не раз. Думаю, не раз буду еще. Вот такая вот пасть. 12 килограмм. Но ты ее не полностью открыл. Да. Вот такие вот крокодилы водятся в Тувинских озерах. Внизу там что, только один ряд, да? Внизу один ряд. А вот вверху там прям вообще страшное дело. А с чучелом потом что будешь делать с этим? Куда его? Куда? На стену? На стену, на чью? Посмотрим. Стена почета, да? Стена почета, будет стена почета. Thank you.
Уставшие и счастливые, мы возвращаемся домой. Пересекая Енисей на пароме, мы были удивлены, как сильно вода поднялась в реке после недельной охоты. Вода была очень мутной, желтого цвета из глиняных почв. Впечатления от нашей поездки остались только положительными. Красота и величие природы этих мест вдохновляет меня приезжать сюда вновь и вновь, чтобы раствориться здесь душой и телом, занимаясь своим любимым увлечением, имя которого — подводная охота. Дорогие друзья, вот и закончился мой фильм. Спасибо, что посмотрели его до конца. А сейчас немного полезной, нужной информации. 2 года назад мы открыли собственное производство тоннельных лодок StreetJet в городе Красноярске. Это многофункциональные плавсредства, которые эксплуатируются как на большой воде в условиях волны, так и на мелких горных реках. Весь прошлый год мы активно экспериментировали со строением дна аэролодки. И сейчас я вам хочу представить нашу разработку StreetJet. Аэро. Вся надувная часть этой аэролодки была разработана нашей компанией, а аэроустановка была предоставлена нашими партнерами аэролодки «Аллигатор», город Красноярск. Дорогие друзья, спасибо, что смотрели это видео до конца. Если вам понравился этот фильм, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Всем спасибо и до новых встреч!